Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. So we're reading Bhagavad Gita, chapter 2, contents of the Gita summarized, text number 10. Читаем Шримад Бхагавад Гиту, как она есть, глава 2, краткое изложение Бхагавад Гиты, текст 10. Там увача Ришикеша. Там увача Ришикеша. Рахасам эва Бхарата. Рахасам эва Бхарата. Сенайор упайор мадье. Сенайор упайор мадье. Вишидантам идам вача. Вишидантам идам вача. Там увача Ришикеша. Там увача Ришикеша. Рахасам эва Бхарата. Рахасам эва Бхарата. Сенайор упайор мадье. Сенайор упайор мадье. Вишидантам идам вача. Вишидантам идам вача. Там увача Ришикеша. Там увача Ришикеша. Рахасам эва Бхарата. Рахасам эва Бхарата. Сенайор упайор мадье. Сенайор упайор мадье. Вишидантам идам вача. Вишидантам идам вача. Твам увача Ришикеша. Твам увача Ришикеша. Рахасам эва Бхарата. Рахасам эва Бхарата. Сенайор упайор мадье. Сенайор упайор мадье. Вишидантам идам вача. Вишидантам идам вача. Там увача Ришикеша. Там увача Ришикеша. Рахасам эва Бхарата. Рахасам эва Бхарата. Сенайор упайор мадье. Сенайор упайор мадье. Вишидантам идам вача. Вишидантам идам вача. Там увача Ришикеша. Там увача Ришикеша. Рахасам эва Бхарата. Рахасам эва Бхарата. Сенайор упайор мадье. Сенайор упайор мадье. Вишидантам идам вача. Вишидантам идам вача. Там увача Ришикеша. Там увача Ришикеша. Рахасам эва Бхарата. Рахасам эва Бхарата. Сенайор упайор мадье. Вишидантам идам вача. Вишидантам идам вача. Там. Ему. Увача. Увача. Сказал. Сказал. Ришикеша. Ришикеша. Владыка чувств Кришны. Кришна. Рахасам. Рахасам. Улыбающийся. Улыбающийся. Ива. Ива. Как бы. Бхарата. Бхарата. О, Дхритараштра, потомок Бхараты. О, Дхритараштра, потомок Бхараты. Сенайо. Сенайо. Арми. Арми. Увайо. Увайо. Двух. Двух. Матье. Матье. Между. Между. Вишидантам. Вишидантам. Сокрушающемуся. Сокрушающемуся. Идам. Идам. Эти. Эти. Вача. Вача. Слова. Слова.
потомок Бхараты, тогда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. Комментарий в Божественности Шрилы Прабхупады. То была беседа двух очень близких друзей, Хришикеши и Гудакеши. Будучи друзьями, они общались на равных, однако сейчас один из них добровольно стал учеником другого. Кришна улыбался потому, что его друг решил стать его учеником. Как Господь всех живых существ, Кришна всегда занимает главенствующее положение и является победителем каждого. Тем не менее, он соглашается стать другом, сыном или возлюбленным преданного, который желает видеть его в этой роли. А сейчас, когда преданный выбрал его своим учителем, Господь тотчас вошел в роль и заговорил с ним как учитель, с подобающей серьезностью. Разговор учителя с учеником проходил открыто, на виду у обеих армий, так, чтобы все, кто находился на поле боя, смогли извлечь из этого разговора благо. Таким образом, наставления Бхагавад-гиты обращены не к какому-то отдельному человеку или группе людей, а предназначены для всех, и для друзей, и для врагов. Предавшаяся тебе, пожалуйста, наставляй меня.
So we have these two great personalities, Krishna and Arjuna. Krishna is smiling and Arjuna has tears in his eyes, lamenting. Итак, перед нами сцена с этими двумя великими личностями, Кришной и Арджуной. Причем Кришна улыбается, а Арджуна, у него в глазах стоят слезы. They're both in the same situation, they're both in the middle of the battlefield preparing for the war, but Krishna is smiling and Arjuna is lamenting. При этом они находятся в одинаковом положении, они находятся на колеснице посреди двух армий и сейчас собираются сражаться, вступить в битву, но при этом Кришна улыбается, а Арджуна полон скорби. So, we have to understand there's a difference between Arjuna and Krishna. While they're friends, they're on a different level. Таким образом, мы должны понимать, что есть разница между Кришной и Арджуной. Хотя они являются близкими друзьями, тем не менее они находятся на разных уровнях. Krishna is the master of every situation. He's the supreme lord. He's the cause of everything. Кришна — это безусловный господин при всех обстоятельствах. Он является верховной личностью, причиной всего. And Arjuna is his servant. Arjuna is fortunate to be his friend, but at the same time he's subordinate to Krishna. Арджуне посчастливилось быть его другом, но при этом сохранять свое подчиненное по отношению к Кришне положение. So Krishna is smiling because a friend has become his disciple. Итак, Кришна улыбается, поскольку его друг близкий стал вдруг его учеником. Sometimes the relationship between the spiritual master and the disciple is like that. It's also friendship. Иногда такие бывают положения, когда учитель и ученик, у них близкие отношения, и они как друзья почти. But Prabhupada points out, first of all, Arjuna Krishna is smiling, but he became grave because it was a serious situation. He had to give some very important instruction. Прабхупада отмечает в комментарии, что и хотя Кришна и улыбается, тем не менее он очень серьезен, поскольку сейчас он будет давать Арджуне наставления и входит в это настроение учителя. Кришна had come as the chariot driver. He'd taken the subordinate position to Arjuna, but still Arjuna had surrendered to him. И хотя внешне Кришна играет роль колесничего, а Арджуны, то есть подчиненное положение по отношению к нему занимает, тем не менее Арджуна должен предается Кришне. Someone said, chariot driver, that's the position of the sudra, but Arjuna surrenders to Krishna, asks to be his disciple, and asks Krishna to instruct him. Обычно на роль колесничего роль эту играли шудры, но при этом Арджуна предается Кришне и обращается к нему за наставлениями. So Arjuna also understood Krishna's divine position. То есть Арджуна понимает божественное положение Кришны. We will see how Arjuna reversed calls Krishna by the name Madhusudan, killer of the Madhu demon. Мы знаем, что Арджуна здесь обращается к Кришне как к Мадхусудане, убийце демона Мадху. Now, who killed the demon Madhu was killed long ago by Vishnu. Демона Мадху вообще давным-давно убил Вишну. So Arjuna somehow he knew that Krishna had killed this demon Madhu. И так или иначе Арджуна понимает, что это Кришна убил этого демона Мадху. He understood that Krishna was the supreme lord. То есть он понимает, что Кришна это верховный господь. So but at the same time he was enjoying friendship with Krishna. И в то же время он наслаждается
дружбы с Кришной. In the 11th chapter, where Krishna shows the universal form, then Arjuna begs forgiveness for being so intimate with his relationship with Krishna. И в 11 главе, где Кришна покажет свою вселенскую форму Арджуне, Арджуна будет просить его прощения за то, что был с ним довольно фамильярным. We would lay together on the same bed, and we would sit and eat together, just like equals. Он будет извиняться за то, что я вот с Кришной с тобой возлежал на одном ложе, мы с тобой сидели и ели как равные. And I would refer to you as Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, and the 11th chapter of Bhagavad Gita, Arjuna speaks like that. He said, I would call you as Krishna. I should actually address you as, oh, Shri Krishna, or oh, Lord Krishna. I should give you proper respect. И также Арджуна говорит, я вообще тебя должен был называть, о, Шри Кришна, или о, Господь Кришна, а я тебя просто фамильярно называл, о, Кришна, о, Ядава, о, мой друг. О, Ядава, He addresses Krishna as a Yadava. In other words, I will allow you to be my friend, although you don't have really any kingdom. I will accept you as a Yadava. Я как бы тебя называл своим другом, я тебя называл Ядавой, как будто ты царь, хотя у тебя на самом деле царства-то и не было, а я как бы позволял тебе приблизиться к себе, к царю. And Arjuna also says, I called you as Hey Saketi, oh my friend Krishna, I will allow you to be my friend. Although I am much superior, Arjuna was thinking, although I am much superior to you, I will accept you as my friend. И также я называл тебя Hey Saketi, о мой друг, как бы позволяя также тебе считать себя моим другом, хотя я выше тебя, считал себя выше, чем ты по положению царскому. Your father, Vasudev, he couldn't defeat anybody. He was only a politician. He couldn't fight. He wasn't a real kshatriya. Твой отец, Кришна, он, Васудева, он был не таким могущественным кшатрием, он был таким политиком, никогда в жизни никого там не победил. But our father, he was a great Maharati, he could fight thousands of Kshatriyas. А мой отец был Махарадхи, который мог сражаться с тысячами Кшатриев. But I will allow you to be my friend. И я как бы позволял тебе, тем не менее, позволял тебе считать себя своим другом. And so in the 11th chapter of Bhagavad Gita, we see Arjuna regretting that he's been so familiar and even showed even contempt towards Krishna. И таким образом в 11 главе показано, как вот Арджуна сожалеет о том, что как он себя вел с Кришной, как бы фактически Кришна его пренебрегал. But here in the beginning, in the second chapter of Bhagavad Gita, in the beginning of the second chapter, we find Arjuna surrendering to Krishna and asking to become his disciple. He wants Krishna's help. А вот здесь, в начале второй главы, мы видим, как Арджуна предается Кришне и просит его помощи и становится его учеником. So this is an amusing situation for Krishna, that somebody who is such an intimate friend, a close friend, wants to become his disciple. Итак, для Кришны это такая удивительная ситуация, что кто-то, кто раньше был его другом, становится его учеником. And at first he smiles, but then we will see in the next verse, Krishna begins to chastise Arjuna. Итак, сначала он улыбается, но в следующем же стихе мы видим, как он начнет ругать Арджуну, отчитывать. Because talks between the teacher and the student are serious. Поскольку беседы учителя и ученика всегда серьезны. Sometimes Srila Prabhupada would say something, and you know, we wouldn't be very intelligent. We would laugh, we would think it was funny. And Prabhupada would say, why are you laughing? It's not funny. Вот иногда Шрила Прабхупада что-то такое говорил,
А мы тогда, будучи не слишком разумными, смеялись над его словами, и Прабхупада говорил нам: почему вы смеетесь? Здесь ничего смешного, я серьезно говорю. Particularly when Srila Prabhupada would talk about the degrading situation in the world and how people were so fallen and so ignorant, sometimes, you know, devotees would laugh. And Prabhupada would become upset with us. В частности, это относилось к тому, как Шрила Прабхупада описывал деградирующее состояние современного общества, как вот люди слишком сильно опустились, как все ужасно сейчас происходит. И мы это воспринимали как бы неразумно, как какое-то, ну, смешно нам было, и Прабхупада был нами разочарован в этом отношении. Он говорил: это не смешно, это очень серьезно. На самом деле вы должны жалеть этих людей, сострадать им. One devotee told me how one time he was with Srila Prabhupada. He had picked up Srila Prabhupada from the airport in Australia. And they were driving in a big car, a luxury car. They were coming from the airport and going to the temple. Один мой друг преданный рассказывал, как он однажды встретил Шрилу Прабхупаду в аэропорту на роскошной машине. И они двигались от аэропорта в храм. And it was quite early in the morning, and the devotee told me, he said, I was sitting in this big car with Prabhupada, and I could see people going off to work. И это было ранним утром, и вот я один с Шрилой Прабхупадой ехал в машине и видел, как люди идут на работу. And he said, I was laughing, I was smiling, thinking about it, thinking that, look at these stupid people, they're going to work in the horrible factory. И я как бы насмехался над этими людьми, думая про себя: смотрите, какие глупцы идут на свои дурацкие ужасные фабрики на работу. But when he looked at Srila Prabhupada, he saw Prabhupada had tears in his eyes, and he was thinking about how unfortunate these people were. Но когда он взглянул на Шрилу Прабхупаду, он увидел, что в его в глазах стояли слезы, и он думал о том, как неудачливы эти люди, как они несчастны. So Srila Prabhupada was teaching the importance of compassion, that devotees should be compassionate on others. То есть Прабхупада учил, что преданные должны быть сострадательны по отношению к другим. And sometimes, in the course of being compassionate, sometimes the teacher has to be he has to criticize his student. И иногда это сострадание со стороны учителя к ученику принимает форму критики ученика. Just like we will see in the next verse, how Lord Krishna criticizes Arjuna. He said that you are speaking nice words, learned words, but you're mourning for what is not worthy of Krishna. Вот как в следующем стихе Кришна скажет: ты говоришь, произносишь ученые слова, но при этом скорбишь о том, что недостойно скорби. Sometimes we see in Shrimad Bhagavatam also Shukadeva Goswami criticizes Maharaj Parikshit. Также и в Шримад Бхагаватам мы видим, как Шукадева Госвами критикует Махараджа Парикшита. Tell Maharaj Parikshit that I've already, Maharaj Parikshit may ask some question and Shukadeva Goswami may say, I've already told you that, we already talked about this. Там Махарадж Парикшит иногда задает какие-нибудь вопросы, а Шукадева Госвами ему отвечает: я же тебе уже рассказывал, мы же об этом уже говорили, я отвечал на такой вопрос. Sometimes Srila Prabhupada as the spiritual master could be as soft as a rose, and other times he could be like a thunderbolt. Об этом Шрила Прабхупада говорил, что духовный учитель иногда бывает мягче розы, а иногда жестче, тверже молнии. Just like Lord Chaitanya was sometimes as soft as a rose. He was very kind to some of his devotees. Как, например, Господь Чайтанья иногда был очень мягок, как роза по отношению к своим преданным.
when one of the devotees, when the wife of one of his devotees became pregnant, then he was happy, and when the child was born, Lord Chaitanya named the child for them. А когда жена одного из его учеников забеременела, Господь Чайтанья был счастлив, и когда родился ребенок, он сам лично дал ему имя. But when Haridas Thakur, Junior Haridas, when Junior Haridas deviated from the principles of sannyas, then Lord Chaitanya was like a thunderbolt. Но когда младший Харидас отклонился от принципов саньясы, Господь Чайтанья был жестче молнии с ним. And he rejected Junior Haridas from the association. И изгнал фактически младшего Харидаса из общества преданных. So in the same way, Srila Prabhupada described his own spiritual master sometimes could be very grave, very serious. Также и Шрила Прабхупада описывал своего духовного учителя, который порой бывал очень серьезным, очень таким глубоким, суровым. Да. He could be very kind to people, and he could be very severe. Он мог быть очень и сострадательным, добрым к людям, и в то же время очень таким суровым. Bhaktisiddhanta Saraswati, he would bring sweet balls with him. He would bring this, what's a sweet ball? What's it called? Yeah, he'd bring these balls and give them to the young children. Иногда Бхактисиддханта Сарасвати приносил сладкие шарики какие-нибудь просад и раздавал их детям. In Mayapur, there were so many children there in the villages, Muslim children, and he would give them Mahaprasad, give them sweet balls. Там в деревнях Майапура множество детей разных мусульманских, и он их угощал просадом. But Srila Prabhupada also got some. He saw the severe side of his own teacher. И в то же время Шрила Прабхупада видел и такую суровую сторону природы своего духовного учителя. Prabhupada described that one time he was sitting, listening to his Guru Maharaj give a lecture. Однажды Шрила Прабхупада сидел и слушал лекцию своего духовного учителя. And somebody from behind him hit him on the shoulder wanted to say something. И тут вдруг кто-то сзади похлопал его по плечу. Шрила Прабхупада и хотел ему что-то сказать. So he Prabhupada described, he said, I turned around to see what he wanted. И Шрила Прабхупада говорит, я повернулся посмотреть, что он хочет. And he said, my Guru Maharaj immediately stopped his lecture. И его Гуру Махарадж тут же мгновенно остановил свою лекцию. And then he said, you too. И сказал, эй, вы двое. Pointed to our phone. If you want to take phone calls, better to go outside. Да, лучше звонить где-нибудь. So he pointed to the two of them and he said to the man behind, he said, do you think you have purchased me because you give a donation of 10 rupees every month? И он, обращаясь к ним, сначала сказал тому человеку, который похлопал Шрилу Прабхупаду, ты что думаешь, ты купил меня, жертвуя свои 10 рупий ежемесячно? And then he said to Prabhupada, or Shri Prabhupada said, do you want to come here and give the talk? А Шри Прабхупаде, он сказал, а может быть ты сядешь сюда и будешь лекцию давать вместо меня? So Prabhupada said, he said, I could have drop dead on the spot. И Прабхупада сказал, что я готов был провалиться сквозь землю. He said it was a moment of great mercy from my spiritual master. И он говорит, что это был момент великой милости со стороны его духовного учителя. He taught me how important it is to give proper attention to hearing the scripture. То есть он преподал мне урок того, как насколько важно очень внимательно слушать Священное Писание.
And so we may think, oh, it's so serious, very sad. Why you have to be like that? We should be casual. Мы можем подумать, что ну почему все так серьезно? Мы же должны быть такими более casual. Casual means that if you couldn't care less, it's not so important. То есть как бы relax. Более расслабленными такими, то есть, как говорится, не напрягаться особо. But we have to understand how important it is to hear the scripture. Но мы должны понять, что слушать Писание – это очень важно. Because we want to solve the problem of material life. Ибо мы хотим разрешить проблемы, связанные с материальной жизнью. We are here in this material world, struggling with birth and death. We have to get out of this material world. Мы же вот сейчас находимся в мире материи, и это влечет за собой неизбежные рождение и смерть, и нам нужно что-то с этим делать. We have to be very serious. Мы должны быть очень серьезными. Oh, it's okay. Don't worry about it. Take it easy, relax. Ну, люди могут сказать, ну, чего вы так волнуетесь по этому поводу? Попроще, будьте попроще, расслабьтесь, чего вы напрягаетесь. But we have to understand that time is running out. We're coming every moment. We come nearer and nearer to death. Но мы должны понять при этом, что наше время истекает. С каждым мгновением мы приближаемся к своей смерти. So especially when we come to hear the scriptures, we have to give proper attention. И поэтому в особенности, когда речь идет о Писание, нужно быть очень внимательным. The message of the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, hearing this message is a pious activity. Слушать послание Бхагавад Гиты, Шримад Бхагаватам само по себе является благочестивой деятельностью. But giving proper attention to that message, then it takes away all the contamination from the heart. И когда мы с правильным вниманием подходим к этим писаниям, это смывает осквернение с нашего сердца. Srimad Bhagavatam says, Shri Krishna, the super soul in the heart of all living entities, cleanses the desire for material enjoyment from those who relish this message. Шримад Бхагаватам говорится по этому поводу, что Шри Кришна, душа в сердце каждого, сам лично очищает сердце человека, который обращает слух внимания к его посланию. So just as there is qualities in chanting, there's also quality in hearing. Так же, как есть качественное воспевание, точно так же есть качественное слушание. It's not just only being present, just being physically present in the class. We have to also give proper attention to that message. То есть недостаточно просто физически присутствовать на лекции. Нужно еще все внимание свое сосредоточить на происходящем. And just like when you get a spiritual teacher, it's not just only take the mercy from the guru. And then we will go back to Godhead. It's not so easy. Например, когда речь идет о общении с духовным учителем, не так легко вернуться домой к Богу. Просто вот у меня есть учитель, я получаю его милости, вот все на этом. Sometimes people say, I want the guru like Krishna. Иногда люди говорят, я хочу такого гуру, как Кришна. They would like the idea. I want that guru who is perfect, the Sat Guru, the very great, powerful spiritual master. В том смысле, что я хочу такого настоящего Сат Гуру, полностью совершенного, чистого и супермогущественного. But that Sat Guru, he wants a disciple like Arjuna.
Но такие гуру хотят учеников, подобных Арджуне. He wants a sat disciple. Они хотят, соответственно, сад учеников. You want this, we want the sat guru. The sat guru wants the sat shiksha. То есть мы хотим сад гуру, а такие сад гуру хотят сад шишев, сад учеников. He wants a disciple who will be very fixed in his surrender and mood of service to the guru. А они хотят учеников, которые будут полностью в настроении предания своему духовному учителю и служения ему. So we see here Krishna and Arjuna. Arjuna's preparing. Lord Krishna is going to begin to instruct Arjuna. Итак, вот мы стоим на моменте, когда Кришна собирается уже давать наставление Арджуне. And Prabhupada points out that these teachings are not just for Arjuna, they're for the whole, they're for everyone. И Шрила Прабхупада отмечает здесь, что это учение Кришны не только для Арджуны, но для всех. People sometimes say, oh, this is Indian. Why do you have to have this Indian God, this Indian religion? I'm Russian. Or I'm American. Иногда люди говорят, вообще-то все индийское, почему я должен вообще о каком-то индийском боге беспокоиться? Я русский или я американец? We have our Russian religion. Why we have to have this Indian? У нас здесь, мы православные. Чего вы со своей Индией ездите? Prabhupada points out, he says, this knowledge of Bhagavad Gita is not Indian. Но Прабхупада говорит, что послание Бхагавад-гиты ничего общего с Индией не имеет. In the fourth chapter of the Bhagavad-gita, Lord Krishna begins the fourth chapter. Imam vivishvate yogam proktavamahamavyayam vivishvan manade prahur manur ikshvakaveda. Lord Krishna gives the history of the Bhagavad-gita. Например, вот в четвертой главе Господь Кришна будет описывать историю Бхагавад-гиты. He says that previously I instructed the science of yoga to the sun god Vivishvan. Он говорит, раньше я поведал эту науку Бхагавад-гиты Богу Солнца Вивасвану. So is the sun god Indian? И что Бог Солнца индиец? The sun god instructed it to Manu, the father of mankind. Бог Солнца, Вивасван, в свою очередь, поведал ее, передал Ману, прародителю человечества. So this knowledge is meant for all men, everywhere. Поэтому это знание предназначено для всех людей повсюду. This knowledge is not Indian. Это знание не индийское. Just like we have science and technology, we have so many different innovations. Например, у нас есть наука, технологии, разные изобретения, да, какие-то улучшения, инновации. We see it all around the world, everywhere. People use motor cars. Например, повсюду в мире люди пользуются сейчас машинами. In Russia we have motor cars. It was the motor car Russian technology? Was it invented in Russia? Вот в России множество машин. А как вы думаете, машины в России были изобретены? People use them all over the world. Нет, но люди пользуются ими повсюду в мире. Just like computers, you know, it's not, we don't relate it to just one country or one culture. Например, компьютеры никто особо не связывает с какой-то одной культурой или страной. We use these things all over the world. Наоборот, ими пользуются повсюду в мире. It's for the benefit of everyone. Это для блага каждого. So Bhagavad Gita is spiritual technology. И подобным же образом Bhagavad Gita это технология тоже, но духовная. For the benefit of people everywhere. Для блага предназначенная людей повсюду. It's not meant, it doesn't belong to just Indian. Оно не принадлежит и индийцам. Krishna is not Indian. Кришна вообще не индус. Krishna is the Supreme Lord.
Кришна это верховное вещество. There was no India 5000 years ago. Еще даже 5000 лет назад никакой Индии-то и не существовало. These are all different bodily designations. Все это телесные разные изобретения. And because people identify with the body, that's why there are wars. И поскольку люди со своими телами себя отождествляют, вот потому и происходят войны повсюду. We get two different people fighting. One man is saying, "This is my country." The other man is saying, "This is my country." Например, два человека могут сражаться. Один говорит, "Это моя страна," а другой говорит, "Нет, моя." And then when they make a war, they fight each other, kill each other. И они устраивают из этого войну и убивают друг друга. In the Srimad Bhagavatam, it describes how Mother Earth, the deity of Mother Earth, Mother Bhumi, she laughs at these foolish kings. В Бхагаватам описано, что Мать Земля олицетворенная, она смеется над такими глупыми царями. Because the kings, they fight with each other. One king is fighting, "This is my land, this is my kingdom." The other king said, "No, this kingdom belongs to me." Поскольку эти цари, сражаясь друг с другом, провозглашают, "Это моя земля, мое царство." И то же самое говорит другой. Srila Prabhupada writes in the Bhagavatam how one time there was a war between China and India. Как вот в Бхагаватам Прабхупада описывает, как была война однажды между Китаем и Индией. They were fighting over some land in the Himalayas where nobody lived. Они сражались за землю там где-то в Гималаях, где даже никто не живет. And they were fighting, saying, "This land belongs to me." А выясняли, кому же она принадлежит. Some time ago, some years ago, there was a war between Britain and Argentina. Или вот несколько лет назад была война между Аргентиной и Британией. There was some small island off the coast of Argentina, which was British territory, claimed by British. Маленькие вот эти Фолклендские острова, маленький участок земли недалеко от Аргентины, который раньше был британской колонией. And at one point the Argentine decided they would take possession of this island. И в какой-то момент Аргентина захотела себе вернуть эту землю. And then Britain declared war against them. They had a big war. И за это Британия объявила Аргентине войну, и там настоящая война была. Many people died. Cost a lot of money. Множество людей погибло, и денег потрачено было много. And it was for nothing. It was a little piece of few islands where nobody lived, which were useless islands. И вообще ни за что это все, погибли люди. Это просто несколько маленьких островков, где вообще никто не живет, и они бесполезны. This is bodily consciousness. Вот к чему приводит телесное сознание. People in the bodily consciousness are described to be as they're as foolish as animals. Люди в таком сознании описываются глупыми, как животные. This body is simply a bag made up of three elements. Ведь это тело не что иное, как мешок, сделанный, наполненный тремя элементами. Right? Just like you go to supermarket and you get some bag and you put all the groceries inside the bag. Например, вы идете в магазин, там берете пакет и его набиваете всякими продуктами. So this body is a bag. Вот подобным образом это тело такой мешок. Within this body there is the three elements: mucus, bile, and air. И это тело состоит из трех элементов: желчи, слизи и воздуха. This is the Ayurveda science. Так говорит наука Аюрведа. The health of the body depends on these three things. А что здоровье? Тело зависит от состояния этих трех элементов. So the body is just a bag. Так тело это просто мешок. But we identify with this body, we're very attached.
Но мы при этом себя отождествляем с этим телом и очень к нему привязаны. We spend a lot of time and money to take care of the body. Мы тратим много времени и денег, ухаживая за этим телом. There's so many shops, so many stores everywhere, and they're taking care of this bag, this body. Столько повсюду магазинов разных, а все это там продается для того, чтобы позаботиться об этом мешке, об этом теле. The things for the skin and for the hair. Там все для кожи, для волос. Big business. Да, это бизнес, хорошее дело. Big business. Большой is taking бизнес. Care of the skin and the hair. Просто чтобы заботиться о коже и волосах. What are these things? Ну что это такое? They're just the covering of this bag, this body. Это просто внешнее покрытие этого мешка, этого тела. But because people are in this bodily conception, this is why there are wars. This is why people fight. Но поскольку люди в телесном сознании находятся, они из-за этого воюют, сражаются. It is all ignorance. Все это невежество. Bhagavad Gita is to bring us out of this ignorant condition of life. И Бхагавад Гита призвана вытащить нас из этого невежественного состояния. Arjuna is attached to the material body. He's thinking of the body. He's thinking of his bodily relationships. Арджуна вот сейчас проявляет телесное понимание жизни, привязанность к телесным связям. And Krishna, by his speaking of the Bhagavad Gita, will bring Arjuna out of this ignorance. И Кришна, поведав ему Бхагавад Гиту, вытащит его из этого невежества. He'll bring Arjuna to the platform of devotional service, Krishna consciousness. Он поднимет Арджуну до уровня сознания Кришны, преданного служения Кришне. We were explaining yesterday how Krishna consciousness is performed on the liberty platform. Вот об этом мы вчера говорили, что сознание Кришны совершается на уровне освобождения. We have to understand we're not the body. Нам нужно понять, занимаясь преданным служением, что мы не являемся этим телом. And realizing we're not the body, we will become joy. И поняв действительно это, мы наполнимся радостью. Arjuna is not joyful. Арджуна как раз сейчас несчастлив. Right, he's tears in his eyes, he's lamenting. Он скорбит, слезы бегут у него. What should I do? I don't know. Should I fight? I don't want to fight. Что мне делать? Я совершенно запутался. Надо мне сражаться? Я не хочу сражаться. This lamenting, this is the bodily condition of life. Вот так проявляется телесное понимание жизни. We cannot be in Krishna consciousness if we're in that situation. В таком состоянии невозможно находиться в сознании Кришны. Krishna conscious person is a joyful soul. А сознающий Кришну человек – это блаженная душа. When we were having kirtan, we were all joyful souls. Когда мы киртан поем, мы чувствуем блаженство, присущее душе. Everyone was happy, we were enjoying, we were blissful. Все чувствуют счастье, блаженство. This is a part of the holy name. Так, мы чувствуем могущество святого имени. When we associate with the holy name, we awaken our spiritual consciousness. Общаясь со святым именем, мы пробуждаем наше духовное сознание, понимание. Quickly we become joyful souls. И быстро становимся радостными душами. But soon as the kirtan stops, then the mind comes back again to the bodily condition. Но как только киртан останавливается, ум тут же берет свое и обуславливает нас опять. We forget about Krishna. We think again the body. Заставляет нас забыть о Кришне и отождествлять себя с телом. И говорит, что все, что тебе нужно, это о теле только заботиться. Of course, we have a body, we have to take care of it, but
That body is also meant for the service of Krishna. Конечно же, у нас есть тело, о нем нужно заботиться. Но это тело тоже предназначено для служения Кришне. Krishna is described here as Rishikesh, the master of the senses. Вот здесь Кришна описан как Кришикеша, владыка чувств. This body belongs to him. It's meant to be used in his service. Это тело с его чувствами, оно принадлежит ему и предназначено для служения ему. Just like this yoga studio. It doesn't belong to us. We rent it. Например, вот это йога, зал для йоги, он нам не принадлежит, мы его просто арендуем. We have to pay rent to some, to the owner. Мы каким-то владельцам платим аренду. And the same way, this body does not belong to us. Вот так же и вот это тело нам не принадлежит. The senses, this body is given to us by Lord Krishna. Оно, это тело с его чувствами подарено нам Господом Кришной. It's meant for his service. И предназначено для служения Ему. We're meant to use our body and senses in the service of Krishna. То есть мы, предполагается, должны использовать наши чувства и тело в служении Кришне. That is liberation. Вот это и есть освобождение. Ихаяшья харердаши кармана манасагира никиласпатия вастасту дживан мукта саучате. А дживан мукта, a liberated soul, is one who uses his body, mind and works in the service of the Supreme. В этом стихе говорится как раз об этом, что освобожденной душой считается тот, кто использует свое тело, ум и речь. We use our body for Krishna service. We bow down before him. We dance in ecstasy, chanting his name, glorifying him. Тело свое служение Кришне мы используем, кланяясь перед ним, танцуя в киртане, прославляя его. We use our mind to think of Krishna, contemplate his form, his beauty. Мы используем служение Кришне, размышляя о нем, созерцая его формы, вспоминая о них. Within our mind we're thinking how to serve Krishna, how to do more service, how to please Krishna. И также умом мы думаем о том, как совершать больше служения Кришне, как вообще служить ему, как его удовлетворить. And we use our words to speak about Krishna, to chant the names of Krishna. И слова также мы свои используем, чтобы воспевать святые имена Кришны, говорить о Кришне. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Satatam Kirtayantomam, that the great souls are always chanting my glories. В Бхагавад Гите об этом Кришна говорит, что великие души всегда прославляют меня. Devotees like to chant, we like to speak, right? Ladies like to speak, right? Преданным нравится воспевать, говорить, ведь вот женщинам нравится болтать. Usually ladies will speak more than the men. Обычно же женщины говорят больше, чем мужчины. You ask any woman's husband, they'll say, my wife never stops talking, she's always Спросите любого мужа, он скажет, моя жена вообще ни на минуту не замолкает. We're meant to use our words for the service of Krishna. И вот эта способность наша говорить, она нам дана, чтобы мы говорили о Кришне. This is liberation. Вот это и будет освобождение. We can all be liberated. In this lifetime, we don't have to wait to leave the body. То есть прямо в этой жизни мы все можем достичь освобождения. Нам не нужно ждать, когда мы помрем. So Krishna is going to explain to Arjuna how to come to this liberated platform. И вот сейчас Кришна будет объяснять Арджуне, как взобраться на этот уровень освобождения. Any questions? Есть ли вопросы? It looks like
this conversation was both army can hear. Means everybody was hearing this conversation, or just Arjuna can hear this. Well, he says it. Everybody, he indicates here that everyone could hear it. And nobody was convinced. Well, from especially another side. Krishna was talking to Arjuna. Not everybody may not have taken it. They may not have taken it personally. Mm-hmm. It's just that they just saw Krishna talking to Arjuna. And you understood. Yeah. Вопрос такой вот. Прабхупада говорит, что разговор проходил открыто на виду обоих армий, так чтобы все, находящиеся на поле боя, могли извлечь из этого разговора благо. То есть похоже тогда, что все слышали этот диалог, не только Арджуна. Но это вопрос получается, они, особенно с другой стороны, никто при этом не извлек благо из этого, не предался Кришне, как Арджуна. И Махарадж говорит, да, похоже на то, то есть они слышали, но они не принимали это как бы лично к себе, а они думали, вот это Арджуни говорит Кришна. The Prabhupada is making, he takes his point, he says, the Bhagavad Gita, the message of this Bhagavad Gita is not sectarian. It's not meant for just a few people. It's not meant for just one class of people or one denomination or one nationality. It's for everyone. Прабхупада как раз подчеркивает этот момент, что учение, послание Бхагавад-гиты предназначено абсолютно для всех, оно не является никаким сектантским, то есть ограниченным какой-то группой всего людей по какому-то признаку. And we see people all over the world appreciate the Bhagavad-gita. People like from the West, there were famous writers like Emerson and Thoreau. They took the Bhagavad-gita, they glorified it, they appreciated the message, the wisdom. Например, на Западе вот такие мыслители как Эмерсон и Тора, они приняли очень серьезно Бхагавад-гиту вот и ценят ее, прославляют ее. He said when the scientists, the Einstein and Oppenheimer, they were building the atom bomb, and when the atom bomb was exploded, then Oppenheimer quoted the Bhagavad Gita. He was a great scientist. He quoted the Bhagavad Gita. He said, "Time I am destroyer of the world, and I come to." Да, или вот другой пример. Эйнштейн и Оппенгеймер, оба больших ученых, когда они работали над атомной бомбой, и когда ее, в конце концов, испытывали, когда она взорвалась, наблюдая эту картину, Оппенгеймер процитировал Бхагавад-гиту, он сказал, «Я есть время, великий разрушитель миров, я пришел сюда, чтобы уничтожить всех». Или по другой версии, что условно тысяча солнц зашло, глядя на это сияние, исходящее от взрыва. And we're seeing also now in China also more and more people appreciate the Bhagavad-gita. В Китае тоже мы сейчас наблюдаем, как все больше и больше китайцев серьезно воспринимают Бхагавад-гиту. When I first went to Beijing, I visited one Buddhist temple there in Beijing, and I was surprised to find that in this Buddhist temple they had a Bhagavad Gita which had been printed in 1947. Вот когда я впервые попал в Китай, в Пекин, и я там был в каком-то буддийском храме, я удивился, увидев там Бхагавад Гиту у них, которая была еще напечатана печати. На китайском еще было напечатано в 47 году. So people have been appreciating the Bhagavad Gita. It's not new, it's for many, many years people have been appreciating. То есть это не что-то новое.
уже давно, много лет вот это продолжается, когда люди ее серьезно воспринимают. But it's new for people to actually understand it. People have been reading it and appreciating, but not really knowing how to apply this message of God. Но, тем не менее, новым является то, что, хотя они читали раньше ее, они ее не понимали, а вот сейчас они начинают понимать, как же ее применять в своей жизни. They were thinking, oh, nice poetry, oh, a beautiful story. Раньше они думали, о, такая замечательная поэзия санскритская, такая история интересная. But they did not know how to apply this philosophy, how to put it into practice. Но при этом не понимали, не видели, как применять на практике своей собственной жизни эту философию. Бхагавад-гита is not meant to just simply be read and then put aside. Бхагавад-гита не предназначена для того, чтобы просто ее читать и потом откладывать, забывая. There are a class of people, we describe them as armchair philosophers. Вот есть такой класс людей, которых называют такие философы в кресле. You know, they sit in big sofas and they smoke cigars and drink cocktails and discuss Bhagavad-gita. Такие люди могут сидеть на своих мягких диванах, креслах, курить сигары, попивая коктейли и обсуждать философию Бхагавад-гита. They don't apply anything. They don't practice anything. Но они при этом ничего не практикуют и не применяют в свою жизнь. They have some appreciation. They appreciate the language. They appreciate the content, the subject matter, but they don't apply any of it. Хотя они до какой-то степени оценивают, им нравится сам язык, поэзия, само содержание, они видят, что это что-то серьезное, но тем не менее в жизни своей они это все не применяют. And without the direction of the spiritual master like Srila Prabhupada, we would also be doing the same thing. И с нами бы то же самое происходило, если бы мы не получали помощь таких духовных учителей, как Прабхупада. You know, we may read the Bhagavad Gita. As a student, I read the Bhagavad Gita and I put it down. You know, I didn't understand we were supposed to take up the message of the Bhagavad Gita. You have read it? Yeah. Я вот, например, тоже, когда учился в университете, до сознания Кришны тоже читал Бхагавад Гиту, но ничего не понимал, отложил ее, не знал, как применять это. It's not just only reading, it's not just only enjoying, appreciating a nice book and then forget it. But we want to put it, bring it into our life, practice. То есть Бхагавад-гита, она не предназначена только для того, чтобы наслаждаться ей. О, замечательная книга, но нужно ее именно применять, учиться. Krishna doesn't have any kingdom, but I understand that he is already a Dwarka kingdom, Yadava is still in Dwarka. It's just kingdom of Krishna. Он... Я спросил еще, в лекции Махарадж упомянул, что Арджуна, обращаясь к Кришне, говорил, о, Ядава, ну, как бы подразумевает, что ты из царства Ядова, хотя у тебя никакого царства-то и нет. Хотя, по идее, у него уже было Дварака, где эти Ядовы жили, но это, как по идее, это же царство было, или что имеется в виду? Кришна established himself in Dwarka. What was Dwarka? Dwarka is this, you know, remote place. It's just some island which was there, where nobody was, there's nothing there. Да, Кришна как бы расположился в Двараке,
Ну что такое два рога? Это просто удаленный остров в океане, и там ничего не происходит. If you ever go to visit Dwarka, it's amazing, you know, you have to take the train and it's quite a long distance. All you see, nothing, there's nothing, just these some lakes of salt. They're using these lakes to produce salt, and it just fields of salt everywhere. Salt, nothing growing. It's just salt fields, and miles of just salt, and then you come to Dwarka, right on the edge of the coast. Если вот кто был в Двараке, то он мог вот этому удивиться. Просто долго, многие мили поезд туда идет, и там буквально ничего нет, такая пустынная земля, только озера соленые, которые как раз используют для производства соли, и ничего больше, вообще ничего не растет, и в конце концов поезд приезжает к концу вот, ну, границы океана, этой земли, и это Дварка называется. And remember, Krishna was coming from Vrindavan, that in Vrindavan he wasn't a Kshatriya, he was with the Nanda Maharaj, and they were just taking care of cows, and they were in the forest all day. А до этого Кришна был во Вриндаване, где он не был, естественно, кшатрием. Он был сыном Вайши, Нанды Махараджа, естественно, тоже у него не было царства, он просто целый день там пас коров. When Krishna came from Vrindavan to Mathura, then he was walking in Mathura and they met Kamsa's laundryman. Например, когда Кришна отправился с Вриндавана в Матхуру, он там гулял по ней и увидел прачечника Камсы. And Krishna and Balaram saw Kamsa's laundryman had all this nice cloth, and they were coming from Vrindavan, from the village. So they said to Kamsa's laundryman, "Give some of this cloth for us." И они увидели, они сами с Вриндавана, а тут они увидели вот этого человека, у которого множество дорогой, хорошей одежды, Камсы. И они попросили, дай нам, пожалуйста, тоже такую одежду. And Kamsa's laundryman said, "Oh, you boys, you're just from the forest, you're just from the mountains, you people, you just take care of cows, you have no right to take these clothes, this belongs to King Kamsa." А этот стирающий одежды сказал, "Вы, деревенщина, вы чё, вы тут там со своей деревни пришли, как говорится, с гор, спустились, вы вообще мне не имеете права такую, на такую одежду царя зариться даже." So, people often do not identify, they do not recognize Lord Krishna's position. То есть люди подчас вот не осознают положение Кришны. So even Arjuna was admitting, they said, "Why I called you names like, O Krishna, O Yadava, O Saketi, I called you like these names, but I wasn't being respectful to you, I should be more respectful." И вот так же и Арджуна это имеет в виду, что я тебя называл, О Кришна, О Ядва, О мой друг, как бы в шутливой форме, но я при этом тебя не слишком уважал, не забывал о твоем положении, и я должен быть более уважительным к тебе. Krishna is not just one of the Yadu kings, Krishna is the king of everyone, he's the lord of the whole creation. Ибо Кришна не просто один из царей Ядовов, Он царь всех царей, Он царь всего творения. Lord Brahma says, "Ishvara Parama Krishna." Krishna is the supreme controller. Об этом говорит Господь Брама. Ishvara Parama Krishna. Кришна это верховный контролирующий. You can't just call him a Yadava. Его нельзя называть просто Ядова. O Krishna. O Krishna. No, we should give proper respect to Lord Krishna. Lord Shri Krishna. Нет, нужно с должным уважением обращаться к Кришне. О Господь Шри Кришна. Recognize Krishna's actual position. То есть нужно всегда осознавать истинное положение Кришны. Абхаджананти мангмодхам манушим танамашритам
Parambhava Majananto Mama Buddha Maheshwaram. The foolish mocked me descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. Об этом как раз Кришна говорит в Бхагавад-гите. А вот Джананти Мамутха, глупцы, смеются надо мной, когда я прихожу в этом облике человека. Они не знают, что это моя трансцендентная форма владыки всего, и она неисчерпаема. Но сам Кришна наслаждался этими отношениями, такими близкими, неформальными, с Арджуной. И разве там гопи его иногда там никто не помнил? Родственники не смеялись над ним иногда, когда люди стих к нему относятся или нет? Вот в смысле, что... А я сам не So, isn't it not like that, that Krishna was enjoying this close friendship, friend relationship with Arjuna, this familiarity, and that, what about this verse you quoted about Janaki Mamukha, because in Vrindavan the result was his friends who was laughing at him, not thinking him like Supreme Personality of Godhead. So does this mean that this verse also related to them? I'm not following. Mm-hmm. This verse related to who? To those friends of Krishna in Vrindavan who was laughing at him. Not considered him like a Supreme Personality of Godhead. They didn't. You mean the cowboy boys? Yes, cowboy boys. And also, isn't it that Krishna was enjoying this close friendship relationship with Arjuna before? Well, yes, of course. Okay. Did you speak in the Russian? I don't know what's going on. Okay. Yeah, Krishna, what? He doesn't enjoy his friendship with Arjuna. Конечно же, Кришна наслаждался своими отношениями близкими с Арджуной. He selected Arjuna to speak the Bhagavad Gita because Arjuna is his friend. Он выбрал Арджуну именно, чтобы ему поведать Бхагавад Гиту, ибо Арджуна был его близким другом. He didn't speak the Bhagavad Gita to Kamsa or Sishupala or Jarasandha or any of these people. He selected Arjuna, because Arjuna is a devotee and a friend of Lord Krishna. Он не выбрал для этого послания Бхагавад-гиты ни Камсу, ни Джарасандху, ни Шишупалу, а именно Арджуну, поскольку он был его другом и преданным. They're the same age, Krishna and Arjuna. Their material, Krishna appears to be the same age as Arjuna. He was younger than Bhima and Yudhisthira, and older than Nakula and Sahadeva, but equal in age to Arjuna. И они по возрасту были одинаково современниками, то есть Кришна был и младше Бишмы, Бхимы, да, и равным как бы Арджуне, и старше Накулы Сахадевы, и также младше Юдхиштхиры был, и поэтому Арджуна был ему полностью равен по возрасту. So they're the same age, they're very closely connected, they were together a lot. And they used to discuss philosophy, they would discuss scriptures with each other regularly. Они были одного возраста, очень близкими друзьями были, и регулярно друг с другом обсуждали вообще писание, философию. This was not the first time they discussed philosophy together. Это не так, что это первый раз они обсуждают философию вместе. But regularly they would meet together and they would go and visit places and they would often discuss the scriptures together. То есть уже так бывало не раз, что они где-то там вместе находятся, где-то путешествуют, какие-то места посещают, события какие-то происходят, и при этом они обсуждают философию вместе. This was their interest.
у них у обоих такой был интерес. You know, just like you know, somebody may be interested in politics, and so when he's with his friend, he will discuss politics. Как, например, если встречаются два друга, у которых у обоих есть интерес политики, и они начинают эту политику обсуждать. Someone else is a businessman, so when he's with his friend, they talk about their business. А два друга бизнесмена будут о бизнесе и говорить. But Krishna and Arjuna, they would together, they would discuss scriptures. They would talk about scriptures. А Кришна и Арджуна вместе, находясь, обсуждали Писание. So it happened that on battlefield Kurukshetra, Krishna spoke Bhagavad Gita. И вот как раз так случилось, что на поле битвы Курукшетры именно о Бхагавад Гите Кришна с ним заговорил. It's amusing to Krishna because Arjuna is so much affected by the situation. И это было как бы так, ну, и удивительно, неожиданно для Кришны, ибо Арджуна был так сильно сбит с толку вот этой ситуации. But then Krishna becomes grave, he becomes serious. И поэтому Кришна стал очень серьезным. Строгим. Because he knows this is a serious subject matter they have to discuss. Поскольку знал, сейчас мы будем обсуждать очень серьезный предмет. It's going to decide whether or not Arjuna will take part in the battle. Ибо результатом этого обсуждения будет решение Арджуны сражаться в этой битве или нет. So Krishna definitely wants Arjuna to fight this battle. Словно сам Кришна хочет, чтобы Арджуна сражался в этой битве. Krishna has put down his weapons. He's not going to fight anymore. Арджуна, Кришна к этому моменту уже свое оружие как бы сложил. Он сражаться уже было решено, не будет. He wants Arjuna. И поэтому он хочет, чтобы Арджуна это сделал. What about this? Oh, but he also was laughing. Yeah. Well, Cowherd Boy is here enjoying that intimate relationship with Krishna. А мальчики-пастушки тоже смеялись над Кришной, не воспринимая его слишком серьезно. Они наслаждались отношениями с ним. И Кришна наслаждался этим. Why they shouldn't enjoy? They're friends. They have a good time together. И почему они не должны этим взаимно наслаждаться? Они же друзья, они хорошо проводят время вместе. Krishna wants to see the cowherd boys happy. Кришна хочет видеть, что его друзья, пастушки, счастливы. And when the cowherd boys were not happy, Krishna would make them happy. И если пастушки не счастливы, Кришна найдет способы, как их осчастливить. The cowherd boys wanted to eat the tall fruits. Например, когда вот пастушки захотели вкусить вот этих плодов деревьев тала. So Krishna and Balaram had to go and kill Denukasura and all the demon, all the friends of Denukasura. И Кришне и Балараме пришлось вот отправиться туда в Талаван и убить там всех этих демонов и Нукасуру и его друзей. И они могли потом насладиться этими плодами тала. То есть Кришна сделал их счастливыми. Okay. Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Hare Bolo. Hare Narasimha Maharaj ki jai. Hare Kumar Prabhu ki jai. Yeah.
Кришна. Подходите, пожалуйста. Хари Кришна. Так, как бы вот так усаживаться, и вот сюда усаживаться. Камера на меня включена.